Прилетели инопланетяне на Землю и спрашивают: «А почему у вас так много голодных и бездомных?» «Это потому, что нам денег не хватает, чтобы их накормить и построить для каждого дом». «А почему вы постоянно друг с другом воюете?» «Это потому, что у нас денег не хватает, и мы пытаемся отнять их у других». Инопланетяне почесали свои головы и спрашивают: «Вот мы летаем между галактиками, исследовали множество планет, но ни разу не встречали такой редкий и, оказывается, очень нужный ресурс, как деньги. Не могли бы вы нам показать, как он выглядит, и где вы его добываете в космосе? Мы тогда постараемся слетать за ним, привести вам побольше этих денег и помочь вам наладить гармонию на вашей планете». «А мы за деньгами никуда не летаем», — отвечают земляне. «Мы их сами печатаем». После этого ответа землян вычеркнули из списка разумных существ.